Всем привет, с вами Ванок, и мы продолжаем наше прохождение Jade Empire. В прошлый раз мы добили нападающих на наш остров, бандитов, всяких там колдунов. Ну, с колдуном, конечно, справились не мы, а наш учитель, но тем не менее. Соответственно, побегали тут, повыполняли парочку квестов. Игрушка, конечно, длительная, игрушка не быстрая. Соответственно, мы кучу времени потратили просто на диалоги. Я надеюсь, что эта серия будет все-таки больше на экшен заточен, потому что все-таки, конечно, диалоги это круто, но экшен тоже важен. И, ну и давайте, соответственно, сегодня мы отправимся в пещеру духов или как-то там на испытание, в общем. Так, ух ты, там что-то на фоне. Или это уже было открыто? Нет, это там ничего не дает, но это мы уже, скорее всего, смотрели, да. Вот, соответственно, будем сегодня соревноваться с этим, с Гао-младшим. Наверняка он нам какую-то подлюку подготовит. Гао ждет твоего знака, начать состязание, мой ученик. Скажи, как будешь готов, и я распоряжусь подготовить площадку для боя. Вот, хотя, возможно, мы будем сначала с ним сражаться, или как-то так. В общем, в любом случае, говорим, что мы готовы, начнем. Тогда пусть бойцы сойдутся на арене. А, то есть мы сначала сражаемся с ним? Бойцы, вы готовы? Схватка будет продолжаться до тех пор, пока один из вас не окажется неспособным продолжить бой. Это не тренировочный бой. Возможны травмы. Так, а возможны? Думаю, они более чем вероятны. Сказал нам узкоглазый Гао. А, мастер, ты уверен, что это приемлемо? Они поспорили, и это единственный способ окончательно разрешить спор. Это будет честное состязание. Я запретил Гао использовать магию его отца. Я сказал, ты пожалеешь, что встал у меня на пути. Бойцы, начинайте. А наччо, я бы вспомнил бы управление. Я хотел, на самом деле, в прошлый раз, точнее, предыдущую серию записывал не так давно, но что-то подзабыл. То есть мне сейчас главное... Где что просто управление. Тут, конечно, менюшка вообще то еще мучение разобраться в ней. Так, блок на Space. Все, теперь вспомнил, теперь все окей должно быть. То есть на Space, мощная атака на 2. Циудар Ем, лечение. Ну, в принципе, все нормально. Итак. Ну, будем сражаться с огненным мечом. Меч мы уже в прошлый раз прокачали. Тут, в принципе, даже блокировать не нужно. На самом деле, это противник легкий совершенно. Может, потому что я, конечно, уровень такой выбрал. Ну, а может быть, просто так все задумано. Свершилось. Состязание закончено. И победитель определен. Ну, он, конечно же, сейчас обидится. Видите, он так уходит. Явно что-то замыслил. Нет, я еще не побежден. Ух ты. Какой у него фаербол-то. Прям Люк Кен какой-то, да? Или как там был этот там... Гао, я сделал тебе сегодня достаточно поблажек. Я думал, что смогу заставить тебя сойти с твоего порочного пути, но ты истинный сын своего отца, Гао-старшего. Я больше не желаю видеть тебя среди своих учеников, а твой отец не будет больше иметь с нами дела, несмотря на всю его влиятельность. Я не побежден, только не этой деревенщиной. Ты пал жертвой собственного глупого честолюбия и предсказуемого характера. Мы обсудим твое исключение в моих покоях. Теперь ступай. О, явно сейчас это задумал, что-то нехорошее. Слушайте все, этот бой закончен. Уверен, победитель оценит наши поздравления. Они заслужены. Поговори со своим товарищем. Я буду ждать в главном зале, где мы поговорим насчет пещеры духа. Убедись, что ты готова, прежде чем придешь ко мне. Твоя жизнь скоро изменится. Как там этот Шао Кан, по-моему, этот, который похититель духов-то был в Mortal Kombat. Это было здорово. Рада, что ты в порядке. Я знала, что так и будет. Твое мастерство не произойти. Даже Гао это понял. Думаю, именно это его так задело. Надеюсь, ему не разрешили остаться. Наказание только делает его хуже. Мастеру Ли пришлось гнуться, как Иви на ветру, чтобы угодить ему, его отцу, со всей его темной магией. Мастер делает то, что должен. Он наш учитель. Разве тебе не хочется, чтобы некоторые вещи стали понятнее? Ожидание убивает. Столько всего может происходить, о чем ты даже не догадываешься. Все эти разговоры о беспокойных духах меня иногда пугают. Я не просил этой способности, и раз уж ты хочешь узнать больше, то и тебе твоя судьба тоже не принадлежит, по-моему. Прости, это должно было быть приятным моментом. Ты доказала свои способности, и мастер лишь ждет тебя. Ступай к нему. Ага, как-то так.
Ну, ок, с этим мы разобрались, пещеру. Я, честно, как почему-то думал в прошлый раз, что мы, типа, с ним в пещере духа пойдем вместе, и, типа, кто первый что-нибудь там сделает, тот и, типа, крут. Так, ну, что вы нам скажете? Так, ну, тут, на самом деле, вряд ли мы что-то узнаем тебе, о тебе и от кого-то что-то интересное, потому что, ну, на самом деле, то, что у нас не так много времени, я бы, наверное, стал бы экономить его. А вот где ты? Ты закончила все дела с своими товарищами. Наша предстоящая беседа должна много изменить. Ты должна быть готова. Ну да, как я говорю, то есть нас все-таки время поджимает. Не в том плане, чтобы прям вот спешим, но я не хочу, еще раз говорю, сильно видюшку затягивать, именно из-за того, что все-таки много тут болтовни, надо ее уменьшать. Да, мастер, я готова. В общем, отвечаем. Жди снаружи. Я закончу с тобой... в смысле, он говорит, это Гао. Жди снаружи, Гао, я закончу с тобой позже. Я думал, это просто опять косяк перевода. Теперь, мой ученик, есть многое, что тебе предстоит узнать о себе. Я думаю, тебе известно, как важна твоя судьба. Я слушаю, какой следующий шаг? Ты сирота, но ты не была покинута. Тебя спасли с храма обители скорби, в земли стенающих духов. Жестокие деяния, свершившиеся там, оставили тебя сиротой. Я принимаю за это ответственность. Видишь ли, я не всегда был просто скромным учителем. Чтобы больше узнать о себе, ты должна многое узнать обо мне. В свое время я был командующим имперской армией. Я был известен как Сунь Ли, прославленный стратег. Я брат императора Сунь Хая. Мастер, ты никогда ничего не говорил об этом? Я расскажу тебе больше, а пока у нас незваный гость. Гао постоянно сует свой нос, никуда не следует, особенно когда раздражен. Он так предсказуем. Он слышал ровно столько, сколько я хотел ему позволить. Возможно, он сделает нужные выводы. Он должен уважать даже самого безобидного человека, потому что знает, что у него на уме. Это касается, наверное, и нас с тобой. Зачем скрывать-то, что ты брат императора? Я чувствовал стыд. Он захватил твою родную землю во время долгой засухи. Это было жестокое деяние, которое впоследствии сделало руку смерти тем, кем он является сейчас. Я отозвал свои войска и попытался организовать сопротивление осаде, который сам же помогал спланировать. Попытка была обречена, обе стороны понесли большие потери. Сунь Кин, третий брат, также попал в бою. Слушай, я скажу, как ты попал под мою опеку. Ох, история, ёпрсте. Оцен. Ну, как обычно, ролики у нас, конечно же, детализации не ебалы, а совершенно, ну... В принципе, на самом деле, смотрите, когда довольно такая неплохая анимация, на самом деле, для тех времен. Юрушка-то ещё, я говорю, старая. Чё ты, блин? Монах боевой. Шаолинь. Ну, видите, тут, кстати говоря, обратите внимание, тут у нас такая довольно японская тематика, то есть задуматься о японской, даже, наверное, китайской, скорее, даже правильно так, потому что все-таки Jade Empire — это больше стороны Китая закос, и, видите, мы тут наблюдаем соответствующие. Но тут есть какие-то, знаете, такие еще мотивы такого фэнтези, ну, понятно, что фэнтези, всякие духи и так далее. Но я имею в виду именно в плане стилистики, то есть, конечно, вряд ли тут стоит говорить о какой-то полной реалистичной достоверности, историчности и так далее. Ну, вы понимаете, да, о чем я? Что они тут делают, наверное? Как он двери так открывает, эпично, прям так масштабно, с размахом. Ну, в общем, тут явно что-то такое непростое творится. Это эти события, которые тут происходят. Явно, скорее всего, будем потом сражаться еще с этим императором. Мне это вообще так кажется, что тут он окажется главным злодеем. Хотя, честно говоря, не знаю. Твой народ был уничтожен. Мне нет покоя, теперь мир поможет разделить мою судьбу. Убийца на пляже был убийцей из Ордена Лотоса, слугой руки смерти. Он пришлет новых. Так, можешь рассказать мне что-нибудь о моем народе?
Лишь немногим в Империи известно о земле стенающих духов. Ее обитатели, как я убедился, благородные люди, но все это, что я могу сказать, я не успел больше ничего узнать. Продолжай, расскажи мне, какое отношение это имеет к моей судьбе? Тебе было предназначено совершить нечто важное, но мои действия нарушили ход судьбы. История призраков-убийцы на берегу. Между всем этим и тобой есть связи. Мертвые больше не могут попасть в мир иной. Они скитаются, теряя рассудок. Со временем они могут вытеснить живых. Это началось, когда твой народ был уничтожен. Почему я этого не видел? Мы на краю Империи, и не все духи выдают свое присутствие. Нельзя сказать, что мы в безопасности, но я тебя ограждал от этого. Эта информация могла подвергнуть тебе опасности. Первый убийца нашел нас по воле случая. Следующие нападения могут быть более направленными. Чтобы исправить мир, не исключено, что придется встать на пути опасных людей. Вечера духа многое прояснит. Только тебе суждено понять, что в ней скрыто. Ты воочию увидишь, что мир духов поразил скверно. Ух ты, просто скрытый ход. Ну ок, ок. Этот туннель как... Ну, допустим, там безопасно? Нет, но немного найдется мест, где действительно безопасно. Тебе предстоит многое осмыслить, так что не торопись. Внутри ты найдешь указание, кое-что принадлежащее тебе. Амулет. Когда ты все выяснишь, то узнаешь о себе и о своей судьбе больше, чем я могу объяснить. И лучше узнаешь своего врага. Ну ок, пойдемте. То есть нам, в принципе, тут варианты других не дают, да и с ним диалог продолжить тоже не дают. Поэтому, собственно, отправляемся сюда и в пещеру духа. Я думаю, здесь придется и посражаться. Так, ну, конечно, тут очень не хватает прыжков, но это не та игра, где прыжки нужны, и вряд ли тут что-то мы найдем. Окей. Эти прочные ворота скреплены глиняной печатью. На поверхности рукой мастера Ли вырезано послание. Духи сходят с ума, если не могут попасть в иной мир. Они сильны, но их можно сразить. Мертвеца не убьешь, но на некоторое время он распадется. Ты связан с причиной, по которой духи не находят покоя. Многие из них появились после того, как пал твой народ. А несколько духов обитают в этой пещере. Их притягивает твой амулет. Он ждет тебя. Будь осторожна, многие из тех, кто ищет неведомую в мире живых силу, хотели бы им обладать. Я не извиняюсь за эти испытания, мой ученик. Однажды ты поймешь, насколько они были необходимы. Хренак разлетается. Печать, и мы входим. Окей, окей. Так, не знаю, зачем я сохраняюсь, на самом деле тут только недавно был сейф, и плюс тут быстрый сейф, довольно длинный, долгий. Ну, ладно, да я думаю, сейчас вот тут как раз мы будем сражаться с ними. Но сначала, конечно же, немножечко помародерствуем. Так, тут уже не разрушается. Так, а тут что у нас? Тут, конечно, немножко неудобно. Интерфейс организован в плане выбора цели, ну, ладно. Помучаемся немножко. Главное тут не заблудиться. Так-то, по-хорошему. Но вроде бы как не должны. Надпись на глиняной табличке на удивление сложно прочитать. Дело не в том, что надпись неразборчиво написана. Она меняется по мере того, как вы пытаетесь ее прочесть. Уверен в том, что эта глиняная печать обладает магическими свойствами. Ну попытаемся разбить. Вы драете по печати, но ничего не происходит. На вид это обычная глина, но вы должны были разбить ее. Вам становится ясно, что без магии здесь не обошлось. А, понятно. Значит, сюда пока что рано идти. Ок. Что у нас здесь еще есть? Ну тут явно нет прохода. Так, ага, понятно. Нам надо сюда пройти. Все, что-то странно, что я не заметил. Наверное, тут наш амулет лежит. В этой каменной колонии есть некий металлический предмет. На его кристаллической поверхности вырезана надпись. Амулет дракона был с тобой в обители скорби. Я понимаю его назначение, но использовать его предназначено для себя. Прости, что мои действия лишили тебя этой возможности. Камни сущности часто применяются целителями и начинающими колдунами. Они не такая большая редкость, их даже используют в украшениях. Но этот амулет позволит тебе раскрыть их настоящую силу. О, так, опять заставочка. Ну-ка посмотрим, что у нас там за сила-то великая. Как там? Сила великую в тебе я чувствую. Или как чувствую в тебе? Как-то так. Как Йода говорит, да? Так, амулет дракона принадлежит вам по праву рождения. Он является средством концентрации вашей духовной энергии. Путешествуя по Нефритовой империи, вы найдете камни, увеличивающие ваши способности. Вставляйте эти камни в пазы амулета дракона, чтобы их сила открылась вам. Так, камень воина. Этот треснутый камень дает слабый бонус характеристики тела. Ну ок. Так, типа у нас поставлен. А, смотрите-ка, тут я вижу три паза. Я так понимаю, что максимум у нас будет три камня вставлено в этот амулет. Что-то вроде в этом духе, да? А, ну тут, собственно, написано это, что.
пытаясь выяснить. Понятно. Ну, я думаю, что, типа, на этом мы тут пока и закончим с амулетом. Твой народ умел использовать камни сущности. Я держал их секрет в тайне от тебя, так как сила притягивает. Сила, стоящая за смутой среди мертвых, будет появляться к себе интерес. Даже безумных духов будет притягивать тебе, некоторых ты уже видела в этой пещере. В поисках твоей истинной силы ты станешь завидной целью для многих. Угу. Так. Ну, типа того, понятно. А, вот как раз и посражаться подъехала. Лонгсор, сказал она. Так. Так, стоп, 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 стоп. Стоп. Так, меч явно тут не то, что надо использовать. Так, блин. Стоп, 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 стоп. Дайте мне отойти вообще. Я хочу, блин, уйти отсюда. Так, стоп. Что-то я не пойму. В чем прикол? Потому что они меня так хорошо накернили. Ну вот этим... Так, отходи, ёпрст, как это все сложно-то? Так, может дать им меня убить, что-то как-то тут я начал уж больно это. Так, ладно, давайте-ка сейчас быстренько загрузимся, потому что четко, честно говоря, что-то не понял вообще изначально, что тут происходит. Быстрое сохранение, правда? А, блин, надо было сохраниться. Ладно, давайте-ка еще раз сбегаем. Короче, тут надо понимать, что эта игрушка довольно хардкорная, в том плане, что здесь нет таких прям перед важными моментами сейвов и так далее. То есть надо все самому. Может, сейчас нам... Поэтому сейчас еще раз все это побьем, да? Разбейся-то. Ну вот, собственно, о чем я говорю. Сначала было очень легко, теперь стало очень сложно. Как-то не, очень неровно здесь получается. Так, окей. Сохранение игры. Давайте себе болтовню. Это мы все пропускаем. Это мы берем. Сейчас нам даст интересно сохраниться сразу, чтобы что мы... Так. Да куча мне еще игра вылетела, какая-то непонятная на самом деле, надо отвориться. Ну да, давайте еще раз попробуем. Но, конечно, ну, это было очень неприятно вот, с этими непонятками, с духами с этими. Причем я хочу отпрыгнуть, дайте мне отпрыгнуть-то. Ну вот, вроде начали пробивать его как всем. То есть мечом, короче, против духов сражаться не особо, да? Я хочу вспомнить, как, короче, цель менять. Давайте, кстати, посмотрим. То, что очень иногда полезно бывает поменять цель в бою. А я, честно говоря, не знаю. Кстати говоря, как в Kingdom Come тоже там вот эти проблемы со сменой цели очень актуальны. Так, Q и Tab. Q и Tab. Так, ну-ка. Там было, по-моему, альтернативное, да, еще. End и Home. Ну, мне Q и Tab явно удобней. Так, что-то... Супер удар? На тебе, супер удар, подавись. Ну вот смотрите, кто сразу от нас отстал. Так. Так, этого мы убили. Окей, подлечимся немножко. Ух, тут можно еще... Ай, мы ж... Блин, мы тут загорелись случайно. Это плохо. Плохо. Ну-ка, а ты сможешь, типа? Ага. Дух поджег сам себя. Это оригинально, конечно. Ну, на тебе. Блок он, конечно, поставил. Ну, в общем-то, когда разобрался, в принципе, жить можно. Ну, конечно, хотелось бы как-то больше стабильности, что ли. Как-то так можно это высказать. В любом случае, тут мы справились. Конечно, было это не самая простая задача, с учетом еще того, что у меня игра вылетела. Вот. Но, кстати, игра в прошлые разы мы сколько играли, ни разу она не вылетала. То есть, жить можно. Я думаю, что это было. Я думаю, что разы. Тем более, что у меня потом, кстати, еще до кучи мой PlayClaw вылетел. Поэтому я думаю, что там было что-то, наверное, очень редкий баг, связанный со снятием игры. Ладно, поднести амулет, который вы нашли в этой комнате. Амулет начинает светиться ярче. Неожиданно надпись на глиняной печати становится отчетливо видна. Моя ученица, надеюсь, ты осознаешь свою важность. Неугомонные мертвецы должны найти путь в иной мир. Если ничего не изменится, от этого пострадают все. Найди источник с верной и искорени ее.
Это твоя цель и твое бремя. Надеюсь, основы, которые я тебе преподал, помогут тебе все исправить. Опять жуткий звук, открывающиеся двери. Так, ну теперь надо подольше сохраняться. Где-то я понял. А он, собственно, нас сама игра сохраняет. Окей, скрываем следующую печать. Глиняная табличка такая же, как встречались вам раньше. Надпись также выполнена рукой учителя. Не все духи впадают в первобытную ярость. Сильная воля не подвластна смерти. Эти существа могут оказаться сильнее любого живого противника, а разум позволяет им отвлекать и обманывать. Если мертвые остаются в таком сознании, пострадают все. Скоро тебе придется покинуть две реки. Найди источник проблемы, пусть даже он окажется в сердце империи. У меня есть старые друзья, которые помогут тебе, но есть и старые враги. Пещера безопасна, помедитируй над тем, что видишь здесь. Когда покинешь ее, все изменится. Окей. Так, опять заставочка пошла. Что-то тут ходит, да? Призрак. Какого-то старого мужика. Ученик, здесь я давно позабыл вонь живого. Ученик здесь, я давно позабыл вонь живого. Я управлял этим местом, учил мудрости. Почему я не могу найти свой путь? Где этот голос, что позвал бы меня? Ты тут управлял? Ты был наставником школы? Наставник, ученик, земледелец. Кем бы я ни был, я должен был быть прахом. Вместо этого я пребываю нигде. Разочарование. Путь закрыт, пастыря нет. Я не могу покинуть мир живых. Вы толчитесь, вы воняете, вы затуманиваете путь. Куда тебе нужно, что за пастырь? К оценке и к перерождению. Но порядок миросоздания нарушен. Духи больше не возвращаются к жизни. Кто станет с миром, если души не возвращаются? В результате наступит конец. Ты слепа и не видишь опасности и правды. Ты можешь понять только, если увидишь. Я заставлю тебя видеть, я заставлю тебя понять. О, начинается опять. Так, а говорили, безопасна пещера. Так, давайте мы сначала с этим разберемся. И вот с этим. Ну-ка. Ах ты ж, блин. Это что за магия такая? Колдунство сильное. Так, отлично, полечились. Да ёпрасте, старик. Давай харе. Мне тут, короче, вообще никакого кайфа с тебя умирать нету. В принципе, когда я его зажал в ближнем бою, в принципе, не проблем практически. Окей. Так, блин, ну это было так потненько очень. Я, кстати, хотел проверить и свою теорию насчет восстановления энергии, но, похоже, пока что не судьба. Пока что у нас так довольно все сумбурно происходит. Ну и боевка еще раз говорю, такая соответствующая. То есть это, по сути, еще раз говорю, Котор, если кто помнит, да, но только с такими, больше с заделом именно под боевку, как сказать, контактную, да, то есть в Которой там боевка была просто нажал кнопочку, и они сражаются, там больше тактика. Точнее, там больше стратегия, вот, а здесь именно у нас тактика по большей части, да. Так, кто у нас тут появился? Что за миссис с длинными волосами? Моя сила покидает меня, как кровь все чаще из раны, а ты слишком мала, и ты смертна, тебе не понять. Но чем ты меньше, тем проще тебе действовать, незаметно для остальных. Твой мастер надеется, что ты накопишь сил, пока он отвадит от тебя хищников. Его мотивы туманны, но ты должна найти дорогу сквозь этот туман. Ты та, кто может слышать и действовать, искать. Но также следи за собой. Ты монах духа, ты последняя. Кто ты? У меня нет сил ответить. Мне нанесли страшную рану, а путь в мой мир закрыт. Духи потеряны. У них нет пастыря, нет стража. Ты можешь все восстановить. Амулет — это посредник. Он будет тебя направлять. Но когда ты познаешь обе стороны покрова смерти, только твои навыки смогут тебя спасти. Я чувствую прилив сил, и пока момент не упущен, я могу даровать тебе знания первоначальной энергии. За тобой выбор между льдом и огнем. И я наделю тебя способностью использовать их силу. Если выберу одно, я смогу получить потом что-то другое? Моей энергии достаточно только на то, чтобы дать тебе одно знание, а не оба. Другое ты, возможно, получишь со временем, но не сегодня. Так, ну что вам будет интересно, кидаться фаерболами или как Субзера замораживать противника? Я думаю, наверное, что будет прикольнее выбрать пламя. Ну как, знаете, так, теплей, что ли? Я выбираю пламя.
Эмоции бушуют внутри тебя, но их можно направить наружу. Научись контролировать это, и огонь будет гореть в твоих руках. Сила бушующего пламени твоя. Такой стиль мастер Ли предупреждал Гао не использовать. Никакое боевое искусство не подразумевает насилие, оно исходит из сердца того, кто владеет этим искусством. Если вы слишком сильны, полагайтесь на грубую силу, вы не сможете действовать без нее. Больше мне не сделать, я ухожу. Прояви милосердие к духам, вбившись из пути. Ты поймешь их боль, когда жизнь оставит тебя. Горе этому миру, если ты потерпишь поражение, монах духа, так как ты последняя. Ясненько. Помедитировали мы. И, соответственно... Так, что тут по какой-то... Опять экшен пошел. Или не экшен? Или портал открылся? Или что это? Много вопросов, нет ответа, да? Так. Получен стиль бушующее пламя. Так, сохранимся. Сразу, чтобы потом куча опять роликов не смотреть. Хоть их и можем пропускать. Окей. Испокон веков люди знали, что не одни в этом мире. Так, ну ладно, это опять читайте на паузе, если хотите. Я не буду слишком... Так, ой, блин, опять... Так, ну, кстати, надо все равно полечиться. Мне бы хотелось, конечно, по-хорошему получить информацию, как можно ману восстанавливать по-быстрому. Так, вы получили камень предусмотрительности воина, построение тела. Так, это... Интересненько, так... Тело плюс 2. Так, давайте это тоже мы возьмем. У нас все равно других особых вариантов нет. Убить духа. Так, понятно, тоже экспа. Монетки. Стальная ладонь наковальня. Так, это что у нас? На что вообще? Журнал. Так, понятно, короче, нужно искать свитки дальше нам будет. Это побочный квест какой-то. Я понял. Это мы уже читали. А это, соответственно, нам ману сейчас восстановит, да? Окей, смотрите, у нас открылся стиль кидания фаерболами. Не знаю, честно говоря, пока что что-то как. Давайте мы, наверное, сначала обычный меч возьмем. Вдруг нам будет сейчас надо сражаться с людьми. А если что, переключимся и попробуем их побить, соответственно, всякими колдунствами. Ох, ну как эпично мы телепортировались. Или это мы, или это наш дух? Что ты здесь делаешь? Ты должна была медитировать над амулетом, размышлять над тем, что ты узнала. Еще по меньшей мере один день. У меня было видение, это было неожиданно. Видение? А, ну конечно, вполне предсказуемо, учитывая, как много ты за последнее время узнала. Возможно, твой амулет имеет к этому какое-то отношение. Хм, скажи мне, узнала ли ты что-нибудь о судьбе, которая тебе уготована? Или о том, что ее предопределило? Она сказала, что я последний монах духа. Что это значит? Осторожно, я не хочу, чтобы тебя ввел в заблуждение кто-то или что-то, чего я не могу предвидеть. Твои люди так называли своих воинов. Я сожалею, что мои действия стали причиной их падения. 20 лет назад империя страдала от засухи. Твои люди чтили водного дракона, так что храм в обители скорби был идеальным местом, чтобы попросить помощи у небес. Но во власти водного дракона была не только вода. Засуха была частью природного порядка, и несмертно было менять его. Монахи духа не пустили нас. Император был в ярости. Он попросил меня организовать демонстрацию силы, которая заставила бы их подчиниться. Когда наши войска пошли на обитель скорби, я понял, как мы ошибались. А ты попытался ставить братом? Ну, невозможно было разубедить. Мне удалось бежать с тобой, пока погибали последние люди из твоего народа. Ты должна сама понять, что значит быть последней из твоего народа. Что еще открылось тебе в видении? Тебе нужно было только найти амулет, узнать, как разместить в нем камни, и размышлять о своем будущем. Тебе не стоит отвлекаться. Мастер Ли, ее нигде нет. Что? Что такое, Ву? Прости, я думал о другом. Предосветная звезда, мастер. Я уже говорил тебе. Она пропала после того, как в школе заметили людей Гао. Судя по беспорядку, в ее комнате была какая-то драка. Понятно, она исчезла. Да, мастер Ли, никаких следов ее присутствия. Понятно, это может оказаться кстати. Спасибо, Цзиньву. Ты можешь идти.
Твое появление заставило меня забыть о подлом поступке Гао, но похоже, твое раннее возвращение с пещеры случилось как раз в нужный момент. Предрассветная звезда пропала? Куда могла пойти? Я сомневаюсь, что ей причиняет вред. Она сильная женщина, ты это знаешь. Но это не значит, что тебе не стоит ее искать. Это будет хорошей проверкой твоих способностей. Помочь своему товарищу по учебе – это не лучший способ доказать свое мастерство. Найди ее, сомневаюсь, что она в школе, а если бы она была в деревне, ее бы кто-нибудь заметил. Попробуй поискать ее в окрестности в окрестных болотах. Ну да, начну прямо сейчас, не будем откладывать. Это хорошо, время пришло, очень важно. Вот возьми немного денег. Я просил Фундо и остальных приберечь камни сущности специально для этого дня. Будем надеяться, что они выполнили просьбу. Тебе удалось выяснить, что самозваные лекари и начинающие волшебники используют одиночные камни для своих целей. Но ты можешь использовать весь потенциал камней. Удостоверься, что у тебя есть все необходимое, прежде чем отправишься на поиски предрассветной звезды. Не замутняй свою разум мыслями о чем-либо другом. Когда ты вернешься, твой путь будет чист. Так, сразу надо этот сейф, это хорошо. Так, окей, деньги у нас навалом. Ну-ка, сколько у нас там всего-то? 1400 монет, но, правда, там кучу денег потратили на лечение нашей там какой-то подруги. Ну ладно, окей, давай, камень гони. Так, понятно. Так. Так, я хочу спросить об исчезновении предрассветной звезды. Она точно не могла сама куда-нибудь уйти. Она всегда была себе на уме. Извини, но не слышала и не видела ничего странного. Так, давайте, наверное, эти диалоги особо не буду читать. Тут я думаю, что это все побочное. Потому что особенно ничего интересного и не дает. Так. Да, тут ничего интересного и не... Ой. Да, короче... Короче, с этим поболтали. Так. Ну, я так понимаю, ты, да, эти нам ничего не говорят. Я бы поинтересовался на самом деле насчет камней. Ну, вы так, походу, ни о чем таком толком и не можете мне рассказать. Понятно. Окей, ну, гора нам что расскажет. Мне пригодятся твои знания. Возможно, меня здесь долго не будет. Посмотрим, что тебя можно научить. Так. Купить. Так. Дух, разум, тело. Давайте мы купим ради интереса один вот этот камень. Так, а то это что у нас? А это у нас, короче, 3 плюс, 1 минус, да? То есть, допустим, можно нам взять... Не знаю, что нам поважнее, это цель или концентрация? Концентрация вроде как нам, ну, для блоков, да, нужна, для, в принципе, ну, давайте мы вот это купим. Хотя, конечно, не, ладно, не будем покупать вообще, тут что-то дороговато, кстати. У нас в инвентаре больше, я так понимаю, ничего нет, да? Только вот эти. Так, наверное, надо тогда... Вот это немножко прокачать. Конечно, мы тут все на меч слили. Если бы я знал, я, может быть, не сливал бы все. Оно, в принципе, сойдет. Итак, так. Арена для поединка. И, ну, пойдем тогда. Собственно, тут не сильно у нас много вариантов. Пойдем на в ту сторону. Я думаю, нас потом выведут. Так, я все хочу это на shift нажать, чтобы быстрее бегать. А, собственно, shift у нас на всем другие вещи назначат. Надо это... Не забывайте о таких вещах. Так, мальчик, девочка. Ничего там не скажешь, я понял. Тут не карта есть. Что за звуки? Понятно, ничего интересного. Окей, ладно, пойдемте в город. Ну как, это, конечно, не совсем город, это скорее деревушка маленькая, ну, типа того. Так. Так. Опять нас уже кто-то нападает. Я не поверил своим глазам. Он убил его одним ударом и смеялся, пока бедный мальчик спускал дух. Гао, ты младше сделал это. Он тащил какой-то мешок, а этот мальчик пытался его остановить. А зачем он убил ученика Сипата? Этот храбрый юноша остановил Гао и спросил, что он несет. Гао посмеялся, попытался пройти мимо, но этот ученик остановил его. Гао пожал плечами, развернулся и убил бедолагу одним ударом.
Ну, в мешке, скорее всего, была наша подруга, что было в мешке. Не знаю, он был очень большим, но выглядел тяжелым. Но я была далеко и не смогла его хорошо разглядеть. Нам не хотелось походить к этому биться ближе. Мы прятались, когда Гао вышел с города через ворота. Может, там был человек? Может быть, но мы были слишком далеко, чтобы все разглядеть. Если хочешь знать все, поймай этого негодяя. Он отправляется к воротам. А если ушел к воротам, может, я еще смогу его догнать. Гао торопится, но, может быть, тебе еще удастся его поймать. Если хочешь преследовать его, будь осторожнее. Гао совсем обезумел от злости. Он, бедный парень, в этом убедился. Увы, слишком поздно. Так, понятно, то есть драться нам не придется. Так, ну тут есть какой-то диалог. Так, ну давай, скажи мне. Да, Гао подождет. Я слышал, твоя подруга пропала. Печально. Действительно, очень печально. Но главное, прибыл мой товар, покорив дороги, кишащие призраками и бандитами. Караванчик только что доставил мне груз. Чем могу помочь? Ну давай, покажи, что у тебя есть. Так, ох ты. Тут у нас еще есть... Так, обаяние, устрашение, интуиция. Устрашение, интуиция. Усиливает восприятие. Давайте вот на этот, на интуицию возьмем камень. Авось пригодится. А тот, соответственно, снимем. То есть вот, где вот тело. Два оставим. Ой, извиняюсь. Так, а это, соответственно, возьмем. Как-то... Так, ну окей. Пойдемте дальше. Единственное, что-то как-то эта карта мне вообще бесполезна, на самом деле. Давайте нормально откроем, чтобы примерно понять, куда нам бежать. Где тут карта? Так, пляж. Я так понимаю, вот сюда нам бежать, потому что пляж нам не интересен. О, старший ученик, хотел поблагодарить за помощь. Когда бандиты напали, я не думал, что кто-нибудь придет к нашим домам. Они на отшибе, поэтому я почти потерял надежду. А была рад помочь. И я был рад видеть тебя, хотя... есть небольшая проблема с моим сундуком. Как бы сказать, он был пуст. Бандиты забрали у меня почти все, но я знаю, сундук оставался нетронутым. Ну, до твоего появления. Он был почти доверху наполнен серебром. Всю жизнь копил, понимаешь? Случайно не знаешь, что случилось? Ха-ха-ха, прикольно, то есть мы... Я просто уже, честно говоря, не помню, мы реально что-то лутали, да? Видимо, у него случайно взяли. Как он, конечно, интересно догадался. Ну, допустим, ладно, давайте отдадим, наверное. Не будем, так сказать, злобствовать, тем более, что нам пока что у нас не на что особо деньги тратить. Я подумаю, раз серебро мое, ты заслужишь награду за хорошую работу. Предлагаю тебе половину серебра из этого сундука, что скажешь? Спасибо, возьми свою половину. Вся деревня говорит о тебе. Абсолютно заслуженно. Всего хорошего. Но это, понимаешь, у нас это было правильное решение. Тем более, денег мы не так много потеряли. Я думаю, что вполне себе сгодится. Так, это что тут у нас тут? За... Ага. Так, еще кого-то он убил. Вот злодей-то. Жаль, что с охранником так получилось. Глупец стал на пути у Гао-младшего. Лунный мастер думал, что ты сможешь пройти за ним, поэтому он оставил нас здесь, чтобы мы тебя задержали. С теми бандитами тебе повезло, но нас так просто не одолеть. Просто отойдите в сторону, я выясню отношения с Гао, а не с вами. Если ты в ссоре с Гао, ты в ссоре с нами. Гао-старший побеспокоится о том, чтобы его сын был хорошо защищен. Очень хорошо защищен. Если ты думаешь, что мы просто задержим тебя, ты ошибаешься. Там, на самом деле, можно было с ними, как типа, наверное, устрашить их, тогда бы не пришлось бы с ними сражаться. Ну ладно. Так, ну-ка. Так, ну мечом вообще просто изи-изи-изич, просто их раскидывать можно на ура. Ну-ка, а что ты отступал это? Ну-ка. Странно, на самом деле, дерется, когда сильный удар делает. Ну ладно. Тут вообще настолько все просто было, что даже, как бы, я не удивлен. Меч, конечно, против людей убер. Так, уф, моя голова словно военный барабан. А битва не пошла-то на благо Империи. Что случилось? У меня был разговор с Гао, этот мелкий проклятый сверчок. Он ударил меня по без причины. Тебе повезло, что ты еще жив. Гао убил одного из учеников, когда шел к тебе.
Этот мерзкий. Жаль, что не сразу раскусил его. Ну, до того, как он меня ударил. Нас, стражников, никто не ценит. Мне очень жаль этого ученика. На самом деле жаль. С ним была предрассветная звезда? Я ее не видел. Он волок большой мешок. Я спросил, не нужна ли ему помощь. Он сказал, нет, только ключ от ворот. А потом вызвал этот огненный шар рукой. Я плохо помню, что произошло потом. Возможно, я потерял сознание. А до того случая никто не угрожал мне. Так, куда он мог пойти? Есть только одно место, куда он мог пойти, если он покинул деревню. Дорога ведет через поля к болотам. Что он сделал? Зачем ему нападать на меня, чтобы просто уйти из деревни? Так, он похитил предрассветную звезду. Что? Это заносчивый щенок. Надеюсь, ты гонишь его и поставишь его на место. Вперед, зачем тратить время на разговор со мной? Иди. Да как бы уже потратили. А ну уже не догоним, да? Так, у нас тем временем прокачка. Прокачка, так. Ну, ясно, так. Зря, кстати, не прочитал. Тут, может, было что-то, может быть, интересно узнать. А, тут, честно говоря, непонятно. Так, стиль техника литой. Что? Что это такое за планер? Здоровье, концентрация. Так, здоровье, трош... Тут, честно говоря, непонятно, что они тут нам хотят. Ну, ладно. У нас есть 5 очков. Ну чё? В принципе, наверное, надо тигр прокачать. Потому что тигр, короче, нам таки позволяет бить всяких духов. Потому что мечом, видите, у него там был иммунитет. Что-то в этом духе, да? Понятно. Давайте, наверное, вот так. И посмотрим. Мы можем тут... Ага, а больше нас ничего не прокачаешь. Ну, тогда ставим одно очко. В случае чего прокачаем еще немножечко меч. Как-то так будем развиваться планомерно. То есть, все-таки одним мечом ты с ней не обойдешься. Поехали дальше. Ну, в принципе, на основании того, как я легко справился с теми бандитами... Я думаю, что тут у нас проблем не должно возникнуть. Так, ну уровень. Чё, где-то я что-то не прокачал? А, вот сюда надо... Всё, блин, понятно. Так. Дух. Дух нам помогает. Дух помогает лечиться. Поэтому мы его тоже оставим. Ну и тело. Готово, окей. Так, ну это мы оставим. Так. Болото. Непростая работа. Кто это говорит, скажите мне, пожалуйста. Непростая эта работа. Из болота тащить бегемота, да? Ну, я не понятно, честно говоря, кто это болтает. А, понятно. Так. Так, кто меня посмел на меня тут напасть? И поранить меня немножко. Так, ну надо еще учиться, кстати говоря, тут блок все-таки стоит. Что как-то тут все не так просто, на самом деле. Надо тайминги и все такое в этом духе знать. Так, ну ладно, с этим мы тут разобрались. Я думаю, что вряд ли тут что-то найдется какие-то ништячки. Так, пропала, она пропала. Они забрали ее, мой прекрасный Фэнь, мой полевой цветок. Меня зовут Хин, пожалуйста, помоги мне. Моя Фэнь такая нежная, она погибнет в плену у разбойников. Не спеши, расскажи, что случилось. Мы шли две реки. Я привез товары из ферм, которые находятся в долине. Я понимал, что мы слишком близко от болот. Как я мог совершить такую глупость? Конечно, эти воры решили напасть на мою прекрасную Фэнь. Я не могу уйти без нее. Они уморят ее работой или сидят, или еще что-то. Делай что-нибудь, пожалуйста. Так, ну это, моя Фэнь, это какая-то там ослик его любимый, что-то в этом духе, да? Если увижу ее, то сделаю все, что в моих силах. Благодарю тебя, и Фэнь тоже будет благодарен тебе, когда вернется ко мне. Мой драгоценный полевой цветок. Я не могу уйти без нее. Так, ну, соответственно, нам еще карму накидали. Так, а тут у нас что происходит? Так, тут какой-то мастер сражается в посохах с бандитами, да? Ну, я думаю, что мы поможем, почему бы нет. Несмотря на то, что, конечно... Хотя он может, конечно, и сам справится. Судя по тому, что нам покажет, он разберется и без нашего участия. Весело. Весело. Тут хорошо так это... Это... Ох ты, ее просто. Хорошо он его добил. Главное, чтобы противником не оказался, да, он?
Не нападай, юночник, я тебе не враг. Это было недоразумение. Ты действуешь, как будто знаешь меня. Я тебя никогда раньше не видела. Я очень старался пройти незамеченным, но мне нужно было есть. Раз или два я заходил на задворки вашей деревни за продовольствием. Я видел, как ты тренируешься. Меня зовут Цу. Меня прозвали Прозорливый Цу, если угодно. Какое же имя было у первого императора, Прозорливого Тяна? Так. А если ты не враг, то что ты здесь делаешь? Это личный вопрос. Поверь мне, я выше банального грабежа, да и многих других поступков. Кроме того, я уже показал тебе, что не питаю страсти к различным проявлениям мерзости, с которыми тут просто повстречаться. А почему ты дрался с наемниками Гао? Если ты знаешь это имя, ты знаешь тип людей, которых нанимает семья. Интересно, есть ли какая-то связь между их возросшей численностью на болотах и твоим присутствием здесь? Ученик пропал при странных обстоятельствах. Пропал мой друг. Возможно, Гао-младший причастен к этому. Вот такой вариант выберем. Гао-младший? Я знаю эту семью. Это наглость даже по их померкам. Но теперь ясно, почему их люди зачищают путь через болото. Теперь понятно, зачем ты здесь. Ты хочешь кого-то спасти. Вероятно, о собственной безопасности ты не подумала. Весьма самоотверженный поступок. Я стараюсь действовать более эффективно. Я действительно слышал кое-что о лагере. Похоже, они заняты истреблением бандитов, чтобы никто им не мешал. Вот, наверное, и все. Мне просто было нужно немного тишины и покоя. Так, ты должен отлично знать болото. Можешь мне отвезти в правильное направление? Нет, я не ищу неприятностей. Извини, но у меня есть на это причины. Как бы там ни было, тебе лучше обойтись без меня. Ну, как бы, обвинять его не будем, как бы, реально он нам не обязан помогать, так что давайте выберем вариант, что... Что ж, если увидишь ученика по имени Предрассветная Звезда, по крайней мере, объясни, как выбраться отсюда. Предрассветная Звезда? Имя мне знакомо. Но я все же не могу. Я долго сбегал неприятностей и не ищу их теперь. Мне жаль. Ну и ладно, трусишка. Не-не-не-не-не-не. Подожди, Предрассветная Звезда, твоя подруга, не должна пострадать из-за моего упрямства. Группа людей направилась на север. Они с трудом волокли большой мешок. Возможно, лагерь там же. В ту сторону. Выйти из болот нельзя. По крайней мере, пешком. Я покажу дорогу. Тут легко заблудиться. Ну ладно, да. Спасибо, я знал, что в тебе сохранилась частица достоинства. Ты меня не знаешь, всегда помни об этом. Пора, нам нужно их нагнать, мы их найдем. Как я сказал, они не могли уйти в этом направлении, пешком не могли. Твоя помощь только приветствуется. Я не заставлю тебя пожалеть об этом, и у тебя без этого трудное задание. Пора, главный лагерь на севере, но солдаты повсюду. Если ты хочешь попасть в переделку, нужно... Не хочешь попасть в переделку, нужно действовать быстро. Вот. Собственно, эту проблему мы решили. Нас снова последователи. Я думаю, что он к нам в любом случае присоединился. Это такая задумка. Вот, но в любом случае на сегодня, наверное, надо заканчивать, потому что мы и так много времени потратили. Потому что у меня сейчас на счетчике 30 минут прошло, но надо еще помнить, что я там часть времени потратил на пещеру, у меня потом вылетело, поэтому это нерелевантно. Счетчик. Так, в любом случае, нам будет в следующей серии нужно будет спасать нашу подругу и действовать уже дальше по обстоятельствам. Вот, давайте только посмотрим на режим боя, атака, поддержка. Понятно, еще можно такие выбирать. То есть, видите, это, скорее всего, у нас будет перманентный последователь, то, что у нас тут так он выделился. По крайней мере, так кажется. В общем, ладно, ребята, давайте закругляться. Думаю, что сегодня вполне было достаточно. Ну, а с вами был Ванок. Спасибо за просмотр видео. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. И всем удачи!